Всем привет, меня зовут Павел, это мой внедорожный Dodge 42-111, такой был у Доминика Торетто в 7-й части Форсажа, и на мой взгляд реплика у меня получается неплохо, колеса вот эти внедорожные хорошо сюда вписались, а также этот аппарат люто наваливает, так что все сходится. Это кузов от дрифтового доджа, только без передней и задней юбки. Я их снял, иначе бы они сегодня в снегу остались. Когда я одел кузов на шасси, то у меня получилась вот такая тачка. Сегодня это в определенных кругах, наверное, норма, но это не тот случай. Мне нужен был вот такой равномерный клиренс. А получилось так у меня потому, что яблоко заднего моста я на 2 студа выше закрепил, чем ось моста переднего. И думал, что мост вот этот вывешен у меня довольно прилично. И вот этот рычаг довольно большой. И за счет этого у меня машина станет ровно. Но на самом деле передняя подвеска здесь имеет тоже такой внедорожный профиль. Она сильно лифтованная. И поэтому движки пришлось расположить на одной высоте, на одном уровне. Они теперь стоят. Это хорошо, потому что под крышу умещаются. Хода у шасси у этого отличные. И колеса быстрее упираются в арки, чем кончается ход у этих амортизаторов. Еще по задней подвеске хотелось бы отметить, что амортизаторы стоят, на мой взгляд, нормально. Ничего здесь не перекашивается, все работает отлично. Если бы где-то что-то заедало, это бы чувствовалось, но это явно не тот случай. По задней подвеске нареканий вообще никаких нет. Я хотел бы в арках использовать, конечно, вот такие детали, как в штатном 42-111, но у меня это сделать не получится, или надо будет выносить обвесы на один студ, чтобы они вот так прикрывали колеса. Это тоже не очень красиво, поэтому арки буду делать вот из таких уголков, как и в версии для дрифта. Что касается передней подвески, она также упирается у меня в арки. Но это не значит, что я буду поднимать кузов, поскольку сейчас у меня положение кузова такое, что порог находится где-то посередине колеса. А это ровно так же, как и на фотографиях доджа из 7-й части форсажа. Здесь есть еще один нюанс, а именно нижний рычаг смещен вперед, верхний назад. Как вы правильно пишете в комментариях, это дает такой побочный эффект, когда работает подвеска, колесо поворачивает. Так, может, не сильно видно,
А вот так видно, что колеса ворочаются вовнутрь. Грубо говоря, явление такое не очень презентабельное, но такое решение мне позволило легко организовать кастер, причем довольно приличный. Устранять этот недостаток я, наверное, не буду, поскольку такое положение рычагов позволяет мне оставить конструкцию полностью горизонтальную, не городить тут подрамник какой-то наклонный, потому что модель это не полочная. Если бы делал модель для полки, можно было бы, конечно, наклонить, сверху сделать одну стоечку и в пространстве расположить ее как-нибудь красиво. Но додж этот шурует по снегу на всей скорости. Прочность мне тут сильно нужна, поэтому колеса, я думаю, и будут немного поворачиваться при срабатывании подвески. Единственное, что я хотел бы в переднем приводе поменять, это попробовать использовать вместо кардана вот этого с внешней стороны шрус нового образца. Это мне позволит уменьшить плечо обкатки, поскольку я рычаг смогу воткнуть на студ ближе к колесу. Сейчас плечо обкатки здесь такое неприличное, мне кажется, как в портальных редукторах где-то. Конечно, хотелось бы его уменьшить. Также передний подрамник торчит, как и планировалось, спереди. Но хотелось бы, может быть, чтобы он торчал чуть меньше, поэтому вот эту нижнюю деталь морды я, может быть, стоя поставлю. Один студик у подрамника она здесь должна еще украсть. И задний мост также сзади торчит. Я тоже это планировал. Но торчит вроде более-менее прилично, как и должен. Вот такой прикольный внедорожник получается. Здесь, конечно, еще много с чем надо работать, но он уже свои функции выполняет, а именно может по снегу прохреначить на всех ходах, даже там, где какой-нибудь более подготовленный, но медленный, ну, допустим, Defender бы уже сел. Этот Dodge без блокировок за счет своей мощности и скорости может выгрести, даже где-то брюхом цепленет, но по инерции выползет. Ровно как и в седьмой части Форсажа. Вот такие седаны лифтованные по лесу на всех ходах лупят, преодолевают все буераки. Ну, без претензий, конечно, на прохождение всяких там болот и тому подобного. Ну, а на сегодня это все. Всем пока. If I got time, I'm deadly.